Всем привет. Давно что-то не ел я капустки тушеной. Захотелось потушить капусту с картошкой. Вот, налил в сотейник воду, она закипела, и положил туда порезанную капустку. Капустку купил вчера в Магните по 19 рублей килограмм. Белокочанная. Хорошая такая капустка. Вот тушится. Сейчас добавлю сюда картошечку. Вот. Пускай тушится вместо с картошечкой, чтобы ей было не одиноко. А сам тем временем порежу лук и приготовлю соус чесночный с подсолнечными семечками. И морковку еще потру. Так, потер я морковку на крупной терке и полукольцами нарезал луковицу репчатую. Добавляю. И надо, наверное, перемешать. Пускай тушится. А я тем временем приготовлю чесночный соус с молотым лавровым листом и молотыми семечками и зубчиками чеснока. Жидкий такой соус. В теплую воду положу очищенные подсолнечные семечки, размолотый на кофемолке лавровый лист и размолотый на кофемолке черный перец горошком, а также несколько зубчиков чеснока. Красиво, да? Чеснок, семечки и специи сейчас залью водой и размолю блендером. Вот такой получился соус из подсолнечных семечек, чеснока и молотого перца и лаврового листа с водой. Вот такая баночка. Это вместо масла, вместо сметаны. В качестве соуса используют для разных блюд. А за окном у нас 9 марта. Снег тает, дождь идет. Температура где-то плюс 5. Небольшой дождик. В общем, не очень прогулочная погода. Поэтому занялся сегодня готовкой. Постепенно дотушивается наша картошка с луком, капустой и морковью. Красивый вид у нее. Вчера мы на стриме беседовали с поваром, который работает в серьезном заведении, по его словам. Он с интересом смотрит мои видео, мои простые кукинги, как мы... Как я сказал, кукинги от слова кук, готовить. Вот. Ну, что поделать. Может быть, это, конечно, кому-то покажется не слишком вкусным, но я ведь на диете. И меня в основном смотрят те люди, которые следят за своим питанием, хотят быть здоровыми. Возможно, этот повар не одобрит моего поступка, но я сделаю так. Вот я залил этим соусом картошечку с капустой, с луком и морковью. Сейчас я все это перемешаю. Буквально минуту покипит. Выключу. Вот. И буду. Подожду, пока, конечно, остынет. Еще нельзя есть горячий. Может быть, всякие опухоли и вообще вредно это. Подожду, пока остынет, и начну кушать. Теплую, замечательную пищу эту. Как ее назвать, не знаю. Ленивые голубцы, шучу. Ну, просто овощное рагу. Овощное рагу. Это ведь все овощи. Лук, морковь, картошка, капуста – это овощи. Овощное рагу с соусом из чеснока, специй и подсолнечных семечек. Вот такое оно. Вкусное и полезное. Мое рагу. Вот. Перенес его на окно, чтобы получше вам его рассмотреть при солнечном свете. Вот так оно выглядит.
Кто-то скажет аппетитно, кто-то скажет не очень аппетитно. А по мне обычное рагу, которого хочется поесть, когда человек голоден. Вот такое. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрия из Орла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. Будьте здоровы, питайтесь правильно. Но не переедайте, как я. А то я люблю не только правильно питаться, но еще и переедать. Поэтому приходится отказывать себе в разных небольших удовольствиях, как-то на днях рождений, когда угощают, там, собрания какие-то. Вот. Я что-то многовато приготовил, наверное, сегодня опять объемся этим рагу. Соли, заметьте, не добавил, ни масла, ни сметаны, ничего. Чисто растительное, можно сказать, постное овощное рагу. Дымящиеся. Все, всем пока.